всем, всем доброго утра, со светлым праздником Пасхи всех, всем здоровья, благополучия в семье, всего самого доброго. А я вчера была в творческой кондитерской мастерской, и мы пекли куличи. Вот такой кулич у меня получился, это творожный кулич. У меня немножко подтаял цыпленок, где он тут? Так, я его везла, ну, все-таки немножко теплый был кулич, и цыпленок был нормальный. Вот теперь он там что-то наклонился. Так, у меня тут и чайник, кофе буду делать. Так, а это у нас творожная пасха. Так, сейчас я ее раскрою, покажу. Посмотрите, какая красота. Так, сейчас снимаю вот этот целлофанчик. Смотрите, какая прелесть. Вот такая вот творожная пасха. Это творог, цукаты. В общем, рецепт, если надо, скажу. Это мы делали помадку, которая не прилипает к рукам. Видите, она как зефир. Вкусно. Так, ну что, разрезаю и начинаю завтракать. Ну, посмотрите, какая в разрезе пасха. Ой, какой аромат пошел. Смотрите, фисташки, цукаты. Так, что же еще там? Фисташки, цукаты, да. Вот, а здесь у нас грецкий орех и тоже цукаты. И вот почему она такая вот немножко темненькая, потому что там орешки. Ну что, пробую творожную пасху. Думаю, что это очень вкусно, потому что такой калейдоскоп. Кстати, тут еще вишня, и там вишня. Вот это вишня. Она божественна. Надо приготовить детям. Дети приедут 30 апреля. Так, ну что. Вчера красила такие яйца. Получились темные. Почему темные? Потому что у меня шелуха была от обычного лука и от красного. Ну, такие красные получились. Не стала заморачиваться, что-то устала вчера. Листочки приклеивать не стала. Обязательно утром надо съесть яйцо, творожную пасху. Ну, конечно же, куличик. Легкие. Думаю, что очень вкусные. В общем, даже не знаю, что вкуснее, кулич или пасха. Все очень вкусно. Всем приятного аппетита. Хочу сказать, что мы старались мельчить орехи, но мастер наш Анна говорит, не мельчите орехи. И вот сейчас я понимаю, что она права. Вот эти орешки здесь чувствуются, и вот они такие вот вкусненькие. Вообще, и фисташки. Много было фисташек. Вот они, зелененькие. Ну, первый раз я такой, конечно, ем. А, кстати, я не сказала, что здесь 150 грамм, ой, 150 грамм, не миллилитров, а грамм, Беллис. Ой, не Беллис, мартини. Это шоколадная была с Беллис. А вот это с мартини. Вкусненько.